Подкрепление! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо к Зерксам себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно, революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти цел. Артём, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла-каталки. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне: «А что, если этот маленький черный — последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование?» Мне, ордену и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение.